В Марийском национальном театре драмы имени Шкитана подвели итоги театрального фестиваля «Маэтул». В этом году он был приурочен к году культурного наследия народов России. В течение недели 9 национальных театров из финно-угорских регионов показали свои лучшие спектакли последних лет. Артисты и режиссеры посетили круглые столы, лекции и вместе с экспертами обсуждали постановки. А в Центральном парке Йошкар-Олы появилась аллея «Маэтул», посвященная 30-летию фестиваля. На торжественном закрытии лучших отметили в 9 номинациях. Спектакль на финском языке «В сапоге у бабки» играл фокстрот вовсе не про танцы и музыку. Пьеса социальная, ироничная, поднимающая тему отцов и детей. Вместе с главными героями зрители проживают 4 дня в их небольшом доме в лесу, становятся свидетелями разговоров родителей и детей. Идея пьесы – показать сложность общения между членами одной семьи. Это история про фальшивое счастье, отмечает режиссер-постановщик драмы Кирилл Заборохин. За эту постановку он получил награду в номинации «Лучшая режиссура». Мне кажется, что у театра нет языка. У театра, как у любви, языка нет. И, кроме всего прочего, нам помогала бывшая артистка театра, которая живет в Финляндии, Райли Коскила, потрясающая артистка, потрясающе владеет языком, потрясающе чувствует, что такое Финляндия. Она нас очень сильно в этом поддерживала. Очень крутой опыт спектаклей на языке. Он очень важный для артиста. Мне кажется, это такой крутой тренинг очень. Пластический сказ Коми-Пермяцкого национального драматического театра «Золотая баба» получил награду фестиваля «Маэтул» за музыкальное оформление, сценографию и лучшую женскую роль второго плана. Среди лучших – актерский ансамбль лирической комедии «Серебро льна» музыкально-драматического театра Коми. Режиссер-постановщик спектакля «Мой дед говорил» Национального театра Удмуртской республики Ирина Астафьева отмечена в номинации «Лучшее прочтение современной драматургии». Артисты Мордовского национального театра «Драма» получили награду за лучшие мужские и женские роли. Гран-при фестиваля получил коллектив Марийского национального театра драмы имени Шкитана. Эпос «Югорна» – это история народа Мари с песнями, колоритными украшениями и средневековыми костюмами. Это постановка о любви, человеческом достоинстве, борьбе добра и зла. Сам факт того, что у нас есть теперь марийский эпос, или некоторые называют эпическая поэма, это, конечно, мы должны просто сделать большой поклон это авторам Анатолию Спиридонову и Анатолию Макееву, потому что этот эпос существует и на русском языке, и на марийском. И мне кажется, любой уважающий себя человек, проживающий в Мариэл, наверняка должен познакомиться с этим произведением, посмотреть наш спектакль или прочитать вот эту великую эпическую поэму. Это действительно большое наше богатство национальное, это мирового российского уровня произведение. Члены жюри фестиваля отмечают, что каждый спектакль оставил свой след в истории «Маэтул». Все они рассказывают о людях, а интереснее судьбы человека ничего нет, уверена театровед Марина Корчак. Театр, который опирается на свою историю, на свои, так сказать, там, я не знаю, легенды, мифы, сказки, то есть на свой язык, который выработан в такую богатую литературу, и это театр перерабатывает и показывает на сцене, это, конечно, дорогого стоит, потому что это большие произведения, умные спектакли, большие, умные, талантливые, и не нафталиновые, а они абсолютно целиком направлены на сегодняшний день, что бы там ни происходило. Национальная драматургия – это другая эстетика и совершенно иное понимание мира, отметили театроведы. И несмотря на различия, эти театры объединяют все те же острые жизненные темы и задачи, которые решают герои спектаклей. Следующий «Маэтул» пройдет через 2 года. Возможно, он вновь удивит зрителей новыми жанрами и формами постановок. А организатор – Национальный театр драмы имени Шкитана – предложит театрам финно-угорских народов площадку для обмена опытом и знаниями.